Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. За моей спиной вы видите Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, что далеко не случайно. 12 апреля состоялась торжественная церемония награждения по итогам конкурса на лучшее достижение строительной отрасли Республики Беларусь. Лауреаты и дипломанты конкурса получили заслуженные награды от Министерства архитектуры и строительства и Союза строителей нашей страны. На церемонии присутствовали руководители вышеназванных организаций, лидеры строительной отрасли, а также представители профильных профсоюзов. Напомним, что в феврале текущего года Союз строителей объявил о проведении этого ежегодного республиканского профессионального состязания название лучшего в 8 номинациях: организация года, руководитель года, объект года, экспортер года, технология года, продукт года, энергосбережение и развитие регионов малых и средних городских поселений. Первый заместитель министра архитектуры и строительства Александр Кручанов отметил, что с каждым годом популярность конкурса набирает обороты. В профессиональном состязании приняли участие 124 организации и 6 учреждений образования, готовящих специалистов для стройотрасли. Руководство закрытого акционерного общества «Струнные технологии» приняло решение об участии в конкурсе, ибо это давало возможность продемонстрировать всей стране достижения и развитие организации, презентовать ее на страницах республиканской прессы и пообщаться с профессионалами в этой сфере деятельности. Используя слова организаторов конкурса, взойти на строительный олимп с получением права использовать победу в своих рекламных целях. Состоявшееся подведение итогов показало, что решение оказалось верным. По итогам конкурса закрытое акционерное общество «Струнные технологии» было признано победителем в категории «Технологии года» за использование в сооружении путевой структуры инновационного струнного рельса. А основной подрядчик, строительная компания «Монобилд», получила заслуженную награду в номинации «Объект года» за экотехнопарк SkyWay, особенностью которого явилась его абсолютная уникальность не только для Республики Беларусь, но и мира в целом. Победа в этом престижнейшем конкурсе – это чествование труда сотен сотрудников и признание успехов в деле практического воплощения идеи Анатолия Юницкого, имеющей 40-летнюю историю. Признание со стороны ведущих авторитетов в области архитектуры, строительства и производства современных материалов, значащие в 100 крат больше, чем критика наемных писак, которые ничего в предмете не понимают. Еще раз поздравляем сотрудников обеих организаций, которые трудятся на благо воплощения инновационного струнного транспорта. Строй SkyWay! Спасай планету!